В Великобритании есть много национальных символов, и собор Святого Павла в Лондоне, конечно, один из них. На строительство собора ушло 35 лет. Он был открыт в 1710 году и в начале 2010 года отметит свой 300-й день рождения. Место, где стоит это сооружение, уникально. До нынешнего знаменитого собора их здесь было несколько, и самый первый был деревянным. Собор Святого Павла находится на этом месте с 604 года нашей эры. Тогда святой Мелитус, монах из Рима, был послан сюда папой римским, чтобы утвердить христианскую веру в Лондоне, который был тогда римским городом. При подготовке к юбилею на реставрацию собора было потрачено 40 миллионов фунтов. Для удобства посетителей собора оборудуются новые залы. В полуподземном помещении собора оборудуется новый зал. Мы его еще не назвали, но здесь можно будет посмотреть фильмы с панорамным обзором в 270 градусов. Это будут три небольших фильма о жизни собора. Более 2 миллионов человек посещают собор Святого Павла каждый год. Многие для поклонения христианским святыням, а некоторые, чтобы просто познакомиться с достопримечательностью. Часто этот собор можно увидеть в телевизионных передачах и кино. Например, некоторые кадры для кинофильма о Гарри Поттере были сняты на этой лестнице. Мы надеемся, что сможем принять всех, кто захочет приехать. Я имею в виду, что собор представляет собой огромное здание с большим количеством залов, где смогут разместиться все люди, которые придут в собор на богослужение. По словам организаторов, 2500 человек смогут находиться во время службы в самом соборе, и гораздо большее число за его пределами. NTD, Лондон, Великобритания.